Добро пожаловать в Сибирь. Чтобы управлять игрой, вам понадобится пульт управления вашего DVD-проигрывателя. С помощью кнопок влево и вправо вы сможете переходить с одной опции на другую. Попробуйте. Нажмите кнопку влево на вашем ПДУ. Хорошо. Нажмите кнопку влево снова. Хорошо. Чтобы подтвердить ваш выбор, нажмите кнопку «ОК» на вашем пульте управления. Попробуйте. Замечательно. Вы можете открыть свой инвентарь с помощью кнопки «Вверх» на вашем ПДУ. Кнопка «Вниз» вернет вас в главное меню. Попробуйте. Нажмите кнопку «Вверх» на вашем пульте управления. Замечательно. Теперь нажмите «ОК». Хорошо. Чтобы выбирать предметы инвентаря, используйте кнопки направления вверх, вниз, влево и вправо. Для подтверждения выбора нажимайте кнопку «ОК» на вашем ПДУ. Теперь рассмотрим инвентарь документов. Нажмите кнопку «Вверх» на вашем пульте управления. Замечательно. Теперь нажмите «ОК». С помощью кнопок вверх и вниз можно выбрать нужный документ. Чтобы прочитать его, нажмите «ОК». Для примера откройте книгу, нажав кнопку «ОК». Кнопками влево и вправо можно переворачивать страницы. С помощью кнопки «Вниз» можно закрыть книгу. После повторного нажатия кнопки «ОК» инвентарь закроется. Иду, иду. Добрый день. Добрый день, мадам. Моя компания зарезервировала номер в вашем отеле на имя Уокер. Компания Марсон и Лармонт Ассоушиэйтис. Меня зовут Кейт Уокер.
Конечно, мисс Уокер. Ваша комната номер 6 на втором этаже. Спасибо. Я хотела бы посмотреть свою комнату. Как вам угодно, мисс. Лучше не оставлять багаж здесь. У меня нет сил, чтобы донести этот чемодан. Может, мне кто-нибудь поможет? Добрый день. Добрый день, мадам. Вы не поможете отнести мой багаж наверх? Прошу простить меня, мисс Уокер. Мы позабыли, что такое вежливость. Гости в наших краях — редкость. Значит, вы американка? Говорят, вы приехали, чтобы купить фабрику. Это правда? Не фабрику. Дом Анны. Дом Ганса. Простите? Помолчи, несносный мальчишка. Думаю, наш маленький городок разочаровал вас. У нас сегодня день траура. Мы провожаем мисс Анну в последний путь. Момо грустит, но Ганс не умер. Ганс далеко, далеко. Анна...